Нагорный Карабах давно является спорной территорией, за которой разгораются время от времени конфликты. Новое обострение началось в апреле 2016 года. Сначала Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах и обострении ситуации, но затем встал вопрос, а не признать ли Нагорный Карабах? В чем особенности вопроса признания, рассказал накануне ТВ политолог Александр Чача. Ситуация там сложная, и вот такого рода конфликты представляют зачастую замкнутый круг. Это такая глухая ситуация. И нужно очень много времени, очень много терпения, чтобы частично удовлетворить обе стороны. На первом этапе, я думаю, это возвращение Азербайджана на вот этих 5 районов, которые никак не являются карабахской территорией. У армянской стороны есть тоже резонный аргумент, что это стратегические высоты, после занятия которых Карабах будет беззащитен. Для этого вполне возможно создание каких-то миротворческих объединений, каких-то наблюдателей, тем, чтобы столкновений не было. В таком случае, я думаю, что если бы армянская сторона на первом этапе пошла бы на такое решение, то это на долгое время, может быть, предоставило бы возможность ведения переговоров в более спокойной обстановке, более умиротворенной. Однако на 100% удовлетворить интересы всех сторон невозможно. Особенно если в конфликте появляется кто-то третий, и договоренности срываются. Некоторые силы пытаются решить ситуацию быстро и в свою пользу, уверен Александр Чача. И предложение Армении признать Нагорный Карабах – это результат работы мягкой силы наших заклятых партнеров. Я думаю, все же, что этот процесс признания Нагорного Карабаха, он каким-то образом провоцируется именно антироссийскими силами внутри Армении. Там очень сильное лобби антироссийское, которое всячески спонсируется американской стороной. Там одно из самых крупных вообще в мире посольств Соединенных Штатов по численности персонала. И там работает огромное количество неправительственных организаций, которые прикрывают националистическими лозунгами, патриотическими, заботой о будущем нации, занимаются фактически проведением американских интересов в регионе. И разжигают антироссийские страсти. Эксперт уверен, признать Нагорный Карабах должна крупная мировая держава, такая как Россия. А признание со стороны Армении или Азербайджана только усугубит конфликт. Когда два враждующих небольших государства, одно у другого оттяпало часть территории в ходе войны, по сути дела гражданской, это что же все войны, которые на постсоветском пространстве происходят. А затем признало их независимыми. Все же страны приблизительно равные по своему потенциалу. И там это миром не закончится. И когда признание происходит со стороны крупной мировой державы, и она тем самым заявляет, что она берет под свою опеку территорию, это совершенно другой разговор. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».